В пятницу погоду в Беларуси будет диктовать теплый фронт, идущий со стороны Западной Европы. Утром на территории страны сгустится туман. Днем будет облачно с прояснениями. Столбик термометра покажет до плюс 18, ночью похолодает 7-13 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный до 9 метров в секунду. Днем порывы достигнут 14, в некоторых районах до 18. Правила безопасности остаются неизменными. В такую погоду лучше держаться подальше от неустойчивых конструкций и построек, мостов, эстакад и линий электропередач. Землетрясение магнитудой почти 6 баллов произошло у берегов Чили. Эпицентр располагался в 52 километрах к юго-западу от города Тальталь. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Все дело в том, что Чили располагается в так называемом «огненном кольце» – области по периметру Тихого океана, в которой расположено большинство действующих вулканов. В результате землетрясения магнитудой 8,8 балла от цунами в 2010 году погибли 525 человек, 26 пропали без вести. Остров Крит засыпало градом. Местами образовались целые сугробы. Ненастная погода затронула крупнейшие города – Ираклиан и Ханью. Дороги покрыл густой слой града. Рабочие пытались справиться с целыми глыбами льда. О серьезных повреждениях не сообщается. Завтра небо над Бобруйском затянут облака. Осадки не ожидаются. Ветер прогнозируется юго-западный 5-7 метров в секунду с порывами до 14. В светлое время суток воздух прогреется до 15 тепла. Ночью термометр покажет плюс 10. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.